Всем привет! Сегодня 2 февраля. Всемирный день без никотина. Вот я, например, практически не курю. А вы? Это сильная новость, рубрика «Короче». Поехали! А тех, кто кидает. Ритуальщик из Гомеля обманул 16 человек. Он занимался обустройством захоронений и установкой памятников, но в какой-то момент качество его услуг стало хромать. Заказов он брал все больше, а вот сроки исполнения не соблюдал. Что-то он, конечно, с горем пополам сделал, но а что-то нет. Как итог, за полтора года он обманул 16 человек на 13 тысяч рублей. Ему впаяли 3 года колонии и дали внушительный штраф. Ну и о тех, кто лечит. Минздрав разрешил студентам выдавать больничные пациентам. Как сообщили в ведомстве, сделать это могут шестикурсники медуниверситетов. Правда, для этого им необходимо пройти специальный инструктаж. Пока неизвестно, насколько широко применяется эта практика, поэтому если вам больняк выписал студент, напишите об этом в комментариях. Ну и о тех, кто вымер. Генетики планируют воскресить мамонтов, которые вымерли 3000 лет назад. Над этим сейчас работают ученые из Гарвардской медицинской школы Бостона. Они планируют пересадить гены мамонтов азиатским слонам, а первые эмбрионы могут появиться уже через несколько лет. Правда, ученые пока не знают, что именно из этого получится, но планируется, что новый вид животных будет жить в арктическом климате.